Медицинские инновационные технологии и разработки этой организации известны по всему миру. В прошлом году компания стала сотрудничать с американскими инвесторами, благодаря чему за полгода удалось выпустить 10 многофункциональных препаратов для здоровья. Для их производства используется особая вакуумная технология, а изготовлением занимаются сотрудники 3 научно-исследовательских институтов. Наши технологии позволяют из натурального вещества создать другую форму, не изменив его свойств. Мы создали препараты, которые сделаны из икры морского ежа, сохранив все микроэлементы, сохранив все активные вещества в этом препарате. Мы получаем дигидрокверцетин, которого нет в мире по количеству антиоксидантов на миллиграмм. Против старения препарат, он сделан из ДНК, из нуклеиновых кислот, из молок лососевых рыб. Препарат, который способен остановить старение клетки. Препарат Vitalarix Life Detox, например, содержит уникальный природный сорбент, получаемый из океанического краба. Хитозан, тот же антиоксидант, абсорбирует и выводит токсины. Снизить утомляемость, укрепить работу сердечно-сосудистой системы и улучшить память поможет таурин-актив с белком мидии. А для спортсменов подойдет препарат Vitalarix Cardio. Большой интерес продукция VitaGold вызывает и у ветеринаров. Мы сделали очень интересные препараты, расщепленные белки до чистых аминокислот для животных. Это превосходит любой лекарственный восстановительный препарат, который существует в мире. Это 19 аминокислот в одном флаконе собранных, плюс там еще есть такое понятие кофакторы, где еще существуют витамины, где еще существуют минералы, которые действуют мгновенно. Ознакомиться с продукцией компании VitaGold можно на выставке форума здоровья России до 30 июня. Также в Сочи работает представительство российско-американского консорциума в Южном округе. Телефон для справок 8-989-765-2806. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.